Здравствуйте, дамы и господа, да благоволит к нам Господь. С вами Гриба Аббас. Сейчас такой мини-влог, встреча с Ворнердом. Передача ему кабачка. Покажи кабачок. Везли прям со своего, даже не одного, а двух таких средненьких. Угу. Это вот дворец спорта «Юность». Там внутри есть бассейн. Здесь вот смотрите, СТО. Это у нас стадион. Это как бы старая часть города получается. Да, Грибобас? Да. Вот. Еще такие интересные новости. Заходил в магазин вот только что на поселке Южном. Кто помнит, Игорь Джан, человек-лодка. Я у продавщицы на всякий случай спросил. Он уже как месяц на поселке. Ну, то есть, как бы в магазин же заходит. Вот он, негодяйский негодяй, опоздал. Я сейчас битковку надаю, блин, опоздал он. Блин. Вот он. Шевелится, блин, Соня, блин. Негодяйский негодяй. Сколько, блин? Привет, Артем, что ты ругаешься? Я же шучу. Все, расстрел, блин, за такие шутки. Вот Ворнер, друзья, вот он сам, собственно. Помните зимнего похода его? Забыли, они уже не знают, кто я такой. Не снимай уже. А ты что, поздоровался-то с Ворнердом? Так обними его, поцелуй в засос. Привет. Че ты, подойди ты, да просто поздоровайся, блин. Привет. Че ты какой-то стеснительный, странный чел, блин. Видишь, Москва его еще не испортила, как тебя.